самая желанная игра у пользователей Steam. Лучшая игра для людей, идентифицирующих себя котом. Игра, которую по достоинству оценили критики. Игра, разработанная котами при помощи людей. Stray. Погрузитесь в мир киберпанковского будущего. Пробирайтесь по темным улицам, освещенным только неоновыми вывесками. Прячьтесь от летающих охранных дронов, готовых вас аннигилировать. Познакомьтесь с жителями антиутопического города. То, что ты пидор, и я... Может, ты пидор. Роботами, которые обрели интеллект и пытаются подражать людям. Огурец дает прохладу, влажность и, скорее всего, силу земли. У них есть стиль. Зубенко Михаил Петрович. Игры и развлечения. Мысли. Они по-своему умеют выражать чувства, хоть и немного неуклюже это делают. Ладно. Они испытывают страх и все то, что испытывает человек. В конце концов, просто погрузитесь в роль маленького рыжего кота и помогите ему выбраться из канавы. Ну чё, родной рот, погнали нахуй! Ёбаный в рот! В Stray вы можете буквально вжиться в роль кота. Спать, пить из лужи, прыгать где попало, мешаться под ногами, ронять предметы. Можете царапать ковер, диван, дверь, дерево, штору. А также взять, попросить открыть дверь, сесть возле открытой двери, встать, развернуться, уйти, подойти и снова попросить открыть дверь. Не забывайте, вы кот. Блять, я тебя захуярю. Stray – игра, включающая в себя множество жанров. Например, платформер, стелс-экшен, головоломка, симулятор спорта и многие другие. Вот это мое невезучее место. Когда здесь 140 пролетаешь? В ролях. Донателло. Middle Java Developer. Альберт Эйнштейн. Камера из пятерочки. Егор Летов. Мафиозник. Бабуля. И в главной роли... Барсик.